Да. Платва густера. Опарыш пенопласт. Шарик пенопласта и опарыш. Так вас же тоже клевало. Поначалу тоже крючка еще так ничего. А сейчас густера подошли. Да? Я с утра сюда приехал. Ветрюгалка, думаю, поеду на хотела. Там тишина, хорошо. Ни одной поклевки. Просидел до 11 часов. Ни одной поклевки. И глубина такая же самая. Не мешают такие? Да я думаю, что нет. Я тут корм ставлю, но... Ну, не знаю, вот мне там удобно. 20 крупная платва, я смотрю. Лоски вихнули. А, я лоски попал, да? Одна выстрелка. Ну, что сейчас? Ой, сейчас перерыв будет. Перерыв будет. Да не то, что не клюет, а он еще волна. Дергает, вертит. Так, машину не запустил. Всем привет. Очевидно, что осень входит в завершающую стадию. Завтра уже 1 ноября, сегодня 31 октября. И начинается уже поздняя глубокая осень. И практически у любителей ловли мирной белой рыбы начинается межсезонье. Вода. Я сейчас нахожусь на Печенежском водохранилище. Сегодня погодные условия не очень благоприятные. Очень сильный восточный, потом юго-восточный ветер. 5-6 метров. И порывы до 11-12 метров. Так что дислокацию пришлось поменять. И найти уютное местечко. Ловить-то под черным лесом можно было бы. Но вы бы там ничего не услышали из-за сильного ветра. И у меня бы болела голова, я выбрал более комфортное для ловли место. Здесь недалеко береговой свал. Постепенно идет свал, а потом обрыв. На 4, 5, 6, 7 метров. Я думаю, что заброшу. Скорее всего, там баклажка сзади меня. Якоря стоят. Скорее всего, там же свал. Ну, так как интенсивно температура понижается, уже практически к нулю, и вода очень сильно остывает быстро. И начинается перемещение теплой и холодной воды, вертикальное перемещение водных масс, так называемое движение термоклина и жизнедеятельный процесс мирных белых рыб замедляется, так называемые анабиозы, и она сейчас не сильно... У нее не сильно хороший аппетит. Она практически не питается. Сбивается в стае, блуждает в поисках мест. Вот это у нее будет происходить до ледостава. И еще первый лед там неделю-две. Пока водные массы перестанут двигаться, тогда она уже начнет там лечь, питаться. Ну, платва первая, окунь первый. Ну, и сейчас надежда у меня сегодня на платву. Так как... Уже хорошо себя зарекомендовала элит-серия компании Fish & Roy. Платва Секрет. Я взял ее, с прошлой рыбалки у меня осталось. И взял леща, кориан-чеснок. Я на него даже леща ловил в сентябре, в начале сентября. Но леща я буду уже потом прикормку замешивать. Сейчас у меня остатки с реки платва Секрет и остатки с прошлой рыбалки с реки лещ Матвей. Эта прикормка темная, немного процвет прикормки. Дело в том, что сейчас вода сильно прозрачная, активность хищника очень высокая, так как платва, на которую сейчас надежда, рыба мелкая, и это есть добыча хищника. И она боится выходить на белый фон, так как, если вы заметили, у платвы спинка темная.
под фон дна, чтобы сверху ее меньше было видно. Если она заходит на белое пятно, ее хищник лучше видит. И для этого используется темная прикормка. А вот для леща, это подлещий клещ, она более крупная рыба, ее уже меньше у нее пожирателей, так называемых хищников, которые могут на нее позариться. Она контрастирует, даже на контраст, на светлую прикормку лучше идет. Это если уже будет хорошо сильно клевать плотва, и она надоест нам, я отдельно замешаю лещ. Лещ, кориандр, чеснок. Также я взял герзерную крошку на зерняке, она себя неплохо зарекомендовала, буду порционально добавлять в прикормку. И прикормку буду увлажнять водой с добавлением сиропа. Тут уже немного осталось сироп специи. Вот так вот. Сейчас мы ее прикормку высыпаем плотву. Можно было это и замешивать прикормку и говорить. Ну, технология та же, как всегда. Уже проверенная прикормка. Я сколько ей пользуюсь, всегда с рыбой. Тоже остатки плотвы. Даже да, сейчас, конечно, рекомендуют сито, конечно, крупную фракцию удалять, и надо с прикормки. У меня его нету, я пешеход. Ну и вот и лещ мотыль темный тоже сюда, и мы его добавим. У меня еще немного осталось замороженного кормового мотыля. Ловить буду опарыш, насадка, мотыль и пенопласт. Так. Все. Специи. Ну, все, я и смотрю, и читаю. Все осенью добавляют специи. Я зимой специи хорошо использовал. Мелассу, даже острая она. Это как бы не запах, а вкус. Сидеть вкуса рыбу раздражает ее рецепторы и, скорее всего, повышает аппетит, как и вымоем пузырек и добавляем воду. Оранжевый, оранжевое небо, оранжевый закат, оранжевое море. Так, все, сейчас прикормку перемешаем. Вот эту баклажку я вожу уже третью рыбалку. Забираю домой, забываю ее выбросить и обратно на рыбалку. Так что стараюсь мусор не оставлять на берегу. Приятно прийти на берег, когда там чисто. Уважайте себя и друг друга. А я ее мешал или не мешал? Чего вы молчите? Не говорите, что я ее не мешал. Прикормку увлажнять сильно не буду, чтобы часть прикормки при достигании опускания кормушки до дна, часть прикормки, чтобы в толще воды отделялась. Тем самым она более будет сильнее привлекать плотву. И поменьше корма было лежало на дне, так как рыба сейчас сильно не питается. Я об этом уже ранее сегодня говорил. Ну ладно, все, сейчас прикормку увлажним. Будем собирать фидер. Ловить буду на фидер. Забыл сразу сказать. Сегодня не буду занимать ваше время. В общем, расклад такой, как и следовало ожидать. Практически за 3 часа я не увидел ни одной поклевки. Перепробовал разные дистанции с рельефом дна. Аж за свалом с глубиной более 6 метров. Точку кормил, забрасывал, но ни одной поклевки не увидел. На свале, сразу за свалом береговым.
только одного окуня. Окуня, когда протаскивал кормушку, рельеф изучал. Одного окунька поймал, и все. Ну, я... Это катера, так называемые. На этом участке сколько я уже, третий раз, осенью поздней. Всегда было неудачно тут. Ну, и зимой тут тоже. Этот участок, не всегда тут рыба заходит сюда. Ее попросту нету. Была бы плотва, она бы сразу себя проявила. И глубина приемлемая, и прикормка уже проверенная, но ничего. Если ты сдашься, не думай, что от этого тебе будет лучше. Это есть китайская мудрость. Скорее всего, сейчас я поменяю место. На Печенежское поле перееду. Сейчас должен ветер повернуться к югу. И там не так будет дуть. Но может хоть что-то будет клевать. Там русло поближе. И я думаю, там концентрация рыбы будет больше. Все, я сворачиваюсь. Сейчас уже почти половина 11-го. Автобус должен скоро идти. Вот такие дела. Сейчас попробуем еще там. Еще полдня у нас впереди. И будем надеяться на что-то. Может, погода изменилась. Похолодало. Из-за этого, может быть. Ну, в воскресенье плотву ловили. А сегодня что-то ничего. Прекрасная осень. Ладно, все. Собираемся.
что, дорогие друзья, ух ты, елки-палки, поклевка. Осенний день очень короток, и уже пора собираться домой. Я немного примерз. Я с самого утра на это место приехал, хотел рыбачить тут. Ну, сильный ветер, холодно. И я решил поменять место. Переехал на катера, там тихо, тепло, нормально, но ни одной поклевки не увидел. И когда искал рельеф дна, протяжку делал, поймал одного окуня. И все. И в 12 часов перебазировался сюда, на Печенецкое поле. Штук 5-10 забросов. Я не кормил, а с насадкой. И начала клевать плотва. И довольно уверенно. Правда, глюки шли хорошие от волны, по шнуру и кверти дергало. Зевал очень много поклевок. Ну, удавалось ловить. Потом густера подошла. Ну, сейчас уже плотва ушла. И клев затих. Сейчас я вот насадил мотыля, пучок и опарыша. Может, подлещик будет. Ну, уже собираться надо, все уже. Вот смотрите, даже на водохранилище поменять место можно с рыбой. Неблагоприятное для рыболова. А рыба здесь есть. И глубина практически одинаковая. Тут не поймешь, ли поклевка, ли волной. Когда уже тут задергается, тогда поймешь. А так постоянно рывок, рывок волной. Что-то дергает. Не пойму. Не, все. Хорош. Улов невелик. Ну, очевидно. Не, конечно, и камеры, тут на квертип. Много времени занимало. Паузы между забросами большие были. А что для плотвы это? Она любит, чтобы постоянно корм был в толще воды. Ну, все равно. Я очень доволен. Правда, примерз. Все, дорогие друзья, всем мира и добра. Если ты сдашься, не думай, что от этого тебе будет лучше.